Sports. Что, 4 часа, все, загружены, 20 тонн. Двадцатка, короче. Полная машина. Вес в бутылках. Количество в бутылках. Больше не поставишь, меньше тоже. Вообще огонь. Так, заполнить путевой лист. Поржовочка, аж в горле пересохло. Еще вот с утра как позавтракал, еще ничего не ел, поэтому сейчас мы за Кисловодск выедем, где будет какая площадка, ну, наверное, туда уже на федералку выйдем, может, до этого, в общем, где будет площадка такая нормальная, да, где моя путевка, надо же записать маршрут. Вот, встанем, поедим. Так, Кисловодск. Груз. Я забыл, где Москва напишем. Москва. Груз. Нарзан. Так, одноездка, вес 19,9. Все. Можно выдвигаться. В общем, ориентировочно нам 1600 километров. Какая-то деревня Опаринки. Опаринки или Опаринки. Но это перед самым Каном. С нашей стороны по М4 только следующая дорога там. Короче, где-то здесь. Вот. Выгрузиться нам надо. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся. Трах тебе дох, тебе дах. Ну и сим-сим открывается. Выгрузиться нам надо там желательно послезавтра с утра. И потом в Домодедово. Это желательно, как будет на самом деле. Ничего не загадываем. Сами прекрасно знаете, загадывать дурное дело. Кстати, эта дорога заканчивается, дальше все, грузовикам нельзя. То есть вот до этого Нарзана и все. О, видите, какие тут реки текут. Готовьтесь к правому повороту. Это еще ливня нету. Такой не сильный дождик, а он, смотрите, книга. Я представляю, что там в той яме делается, да? Думаю, там классно. Сейчас доедем до нее, посмотрим. О, какие ручки. Корабликов пускать хорошо. Лужа такая, ничего, не будем девушку обливать, не солидно. Здесь прямо под кирпич получается, да? Ага. Здесь односторонние, все понятно. Поверните направо. Под кирпич мы не поедем. Через 50 метров поверните направо.
подтягиваете, как ветки низко. Я не знаю. Куда здесь налево? Конечно, здесь. А куда же еще? Черт, надо было, наверное, может дальше ехать. Что-то тут как-то низковато совсем ветки. Хотя там, наверное, тоже ветки, поэтому не знаю. Не односторонняя, я так понимаю. Ой. Нет, здесь не односторонняя. Через 300 метров поверните направо, Октябрьская улица. Затем через 280 метров поверните налево. В общем, будем выбираться отсюда каким-то образом. И ехать. Сейчас заценим, что под этим мостиком. Тут коль снежок пойдет, так хорошая такая тут горочка, да? Вот это. Да не, ничего тут такого. Я думал, тут море уже под этим мостом будет. Не. Так, грязюка, да. Моря нет. Все, мы выходим напрямую. И почапали на выход.
А вот и дни Ессентуки. Свято-Георгиевский женский монастырь. 2 километра. Куда-то туда. В монастырь мы не пойдем. Тоже видите, курортная, курортная, все такие домики, домики. Им здесь морты, моря не хватает. Вот, еще бы вот омывалось бы все это дело морем, было бы вообще лепота. Еду и ищу, где тут пристроиться. Желудок к позвоночнику прилип. Да прилип так, что не надо как отодрать теперь. Первая же площадка, которая позволит нам что-то там, она будет обязательно тормозиться и что-нибудь пожевать. Так, что у нас здесь? У нас здесь полтос. 500 метров вдоль. 50. Да. И камера. Насколько эта камера настроена? На полтос или на 70? Да? Лучше скинуть. Надежней будет. Ну вот. Скинули под горку. Теперь кормилицы мучайся. Тащи. Двадцаточку. Да, это не 5 тонн. Это двадцатка. Ну, хорошо тут часто, в принципе. Более-менее тут. До Ростова вообще ровно пойдет. Дальше. Ну, там немножко вверх-вниз будет. Не критично. Да. Что вообще в этот ряд перестроиться. Железноводск, если я не ошибаюсь. Да, Железноводск. Еще один курортный город. Ибо смотри, так нахуй. Среди гор, и как Ваня сказал, город в лесу. Когда его строили, тот, кто его проектировал, не давал повально вырубать лес. А вот строится здание, и только на его строительство вырубили лес, построили. И получается, ты сейчас с любого дома выходишь и оказываешься в лесу. Ну вот так вот со стороны примерно так оно и выглядит. Вообще все зеленое такое, город вообще весь зеленый-зеленый. Да, вон там вон тоже дома, все, все в зелени, все в деревьях. Грамотно? Тоже место, конечно, да? Шикарное. Там наверху, я так понимаю, это все санатории, санатории, санатории вон там на горе. Курортный тут, полностью курортный. Ну, эти ж минеральные воды, чистый горный воздух, все дела. Я говорю, единственное, что моря не хватает еще. Еще рядышком море. И вообще можно песни петь и в ладоши хлопать. Ну, а нам 11 километров. Мы выходим на федеральную дорогу. И все время на север, целый час просто. Уходим на Ростов и погнали. Нам вот здесь уж швартануться. А почему нет? Съехать здесь вот в сторонку. Можно было бы так сделать. Сейчас я посмотрю на этой на Роснефти. Там на этой на... Там уже такая будет загруженная дорога.
Может, где-нибудь тут на Роснефти получится. Не получится, наверное. Стать, да? Хочется с дороги съехать, чтобы не шумело ничего. Ладно, едем дальше. Надо было там все-таки на строящуюся дорогу съехать. Еще горами полюбоваться. А, вот, наверное, куда я доеду. Поеду до Рокадовской. Точно. И в Рокадовской станем, там покушаем. Отсюда, ну, прям великолепнейший вид открывается на Минводовский аэропорт. Говорят, имени Лермонтова. Не знаю, а почему тогда было написано, что как бы ждем предложений. Сейчас мы будем тут тоже кренделя крутить. Сейчас мост разобранный. Сейчас будем уходить в сторону Минвод и потом там разворачиваться. Я видел, пацаны там на маленьких такие чудеса выделывали. Вот и нас это ждет. Доводилось мне отсюда улетать даже. Домой, на Минск. Но правда через Москву. Должны указатели быть, значок там налево, да, вон там, сейчас куча народу будет налево поворачивать. Да, нам надо с этого ряда уходить, мы с того ряда не вывернем. Слишком круто. Рвать резину надо будет. Ох, какой. Говорит, как он буксует. Ничего себе. У него что, не все ведущие, что ли? Пацаны, продержите уже. Давайте разворачиваемся. Давай, магнит, пошел, пошел. Работаем, страус, работаем. Видишь, пацаны придержали, дают развернуться. Не все, правда, но дают. У человека. Все, погнали. Так нигде и не остановился. На Рокадовской стать с этой стороны негде. Съезжать в сторону, там потом не выехать. Короче, до Невинномысска доехал. Все, уже
Время 6:30. О, точно. Здорово, Алексей Николаевич. Наш обед плавно пересечет сейчас ужин. Вот сколько раз смотрел, здесь вот сейчас то ли магнит, то ли что, и там вот постоянно там грузовики стоят. Как бы уже тоже не мешало бы сельпо посетить какой-нибудь. Тоже средство для мытья стекол, не все время ж меня дождь будет спасать. Я сейчас посмотрю, если там грузовики стоят. Я видел, что они там как-то... Попробовать туда заехать. Да, стоят. Давайте попробуем, что из этого получится. Там же заодно и уже поедим, поужинаем. Магазин, а потом уже обед, ужин. Чё так нормально, довольно-таки удобно здесь. Банкоматы есть, все есть. Коллега, который стоял, уехал. Хороший такой. О, чуть волоку. Сейчас мы еще покушаем. В
Денис, развернемся, поедем. Здесь стоять можно, никаких знаков нет запрещающих. Ну, заедут туда, вот всех обелицат, что под знаком там стоят, и все. Запросто, почему нет? Если можно не нарушать, то зачем нарушать? Найдем где-нибудь место для разворота, правильно? Это не проблема. И поедем. Нам еще в Кропоткине надо встретиться кое с кем. Вот, с рейса. Клиентам должны какие-то бумаги должны подвести еще. Говорит, часа через три там буду. Я говорю, ну и я как раз сейчас поем, 2 часа до Кропоткина. Вот. Поэтому можно спокойно кушать и выдвигаться. Это посмотрите, сколько они тут на пасту калейку собрали. Километр, наверное. Обалдеть. Ой, работники. Нажает пора. Романтики с большой дороги. Граница Ставрополя Краснодарского края. Моргаем аварийками. Говорим задним, что у нас тут пробка. Ну, не всем она, конечно. Кто-то вот, видите. А, ну это автобус. А, нет, не автобус. Ну, значит, рассчитывает залезть. Посмотрим, сколько мы тут протолкаемся. Ну, я не думаю, что очень долго. Да. Успел, что-то камера не хотела включаться. Но транспортники тут, я так понял, они уже на постоянку обосновались. 7 минут толкались. Ну тут еще вон по сколько, 200 метров. Так-то в принципе немного. Просто такой поток машин идет большой. Ну, 8 минут, не страшно. Задержка составила. Ну да, опять время отбрали на стопе, да? Восемь минут, это немного. Потихоньку, ну, до Кропоткина надо точно туда ехать сегодня. Потому что у нас в Кропоткине сейчас 8:30, в 10 вечера там документы кое-какие подвезут, которые надо отвезти в Москву. На выгрузку. Карс, 400 метров, вольность. Время написано с 10 вечера до 6 утра. Движение без остановки. Типа стоп, контроль. Наверное, останавливать, спрашивать, что везем. Сейчас посмотрим. Генерал! Культурно все. Представился, все туда-сюда. Счастливо, удачи. Ну, служба!
Кавказ? Кавказ покидаем? Все, братцы, приветствую вас, всесоюзные житницы. Кубань говорит, всесоюзные житницы. А Кавказ, всесоюзная и житница, и кузница, и страница. Не я сказал. Дождь не прекращается с самого Невинномысска. Вчера весь вечер дождь шел. Сегодня. Хорошо, хоть в Пятигорске днем повезло. Погода была и не жарко, и не холодно, и не мокро, и не совсем мокро. Короче, высматриваем Газпром. Но он тут один. Только, по-моему, он за уже Кропоткиным. С левой стороны. И напротив него надо остановиться. Нас уже там ждут. Господа, а чему так медленно ездить? 45 км в час. Еще 40 можно ехать. Дождика, чтоб не было. Так вот едешь как в темноте, еще и дождь. Хотя с другой стороны, ну льет себе, льет. Едешь, кайфуешь. Сколько там на светофоре, ребят? Ой. Конечно, видимость ухудшается. Чем по сухому. А что это тут в Кропоткине? Дорога где делась? Куда? Это так хомяками вытоптали? Сейчас мы тут 5 минут дела делаем и погнали. Ужин на Газпроме. Все хорошо, но 189 литров и колонка отщелкивается. Ну как так-то?
Будешь 5 раз ходить, чтобы заправиться. Что там у нас? Все хорошо. Вроде да. И заезжать тоже пришлось там. Не такая уж она и сплошная была. Малость пошалить. Даже вот отсюда невооруженным взглядом видно, что передний мост смотрит вот так. Но все, осталось тут 1000 с чем-то километров выцерпить. И все на этом. Тихорецк прошли. Через 80 километров Кущевка. Все, сегодня до Кущевки и хорош. Уже время. Ночь скоро настанет. Но заправиться надо. В принципе, тут ценник такой нормальный. 47,60. Заправка неудобная. Вот они газовую сделали. Раньше тут дизель был. Сейчас они газ сделали и все. Вот я один стал. И уже вот сюда машина не заедет. А это единственное, Газпром нефть здесь. Газпром и просто есть. Газпром нефти нету. Пойдем второй раз топливо заказывать. И это, кофейку возьмем. Бежит? Бежит, водичка. Вот и Кущевка. На транспарк ехать даже смысла никакого нет. Он будет битком забитый. Здесь вот на въезде, как сразу на дублер заходишь, с правой стороны такая какая-то стоянка есть. Такая подгулявшая, конечно. Но я думаю, что там место как раз таки будет. Потому что, судя по тому, как забивается транспарт, на нем ловить нынче нечего. Она вовремя на дублёр уйти. А, это еще не дублёр. Я думал, это уже дублёр. На въезде сам. Еще говорят, там за транспарком какая-то есть, сразу же, когда с него выезжаешь. Но я на той ни разу не стоял, а вот на этой что-то я как-то бывало попал, там раз или два уже даже попадал. Время уже 1 час ночи, никакого желания ехать куда-то. Дядя, иди спать. Так, вот, уходим на дублер. Сейчас справа какая-то заправка, левая какая-то, и за ней вон стоянка, я вижу, тоже, между прочим, подзабитая, уже даже и мест нету тоже. Не, есть места, мест вау. Ну, вот мы поедем здесь, станем. Изменение маршрута. Смотрите какие. Ну, короче, вот как-то так. Как-нибудь станем. А выезд где? Там, что ли? Тут лужи, наверное, вообще лучше всего, наверное, мордой загнать. Там хотя бы сухо. А, вот так по прямой, прямо к забору поставлю, да и все. Что если развернуться, получается, попадаешь прямо в лужу.
конечно, тут видон не ахти. Но тут уже не до жиру, будь бы живу. Все. На этом всем спокойной ночи.